С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы в экотехнопарке, и у нас очень важная делегация из Монголии. Попрошу представиться моего собеседника. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я являюсь консульским представителем Монголии Республики Беларусь. Сегодня у нас ваше прекрасное предприятие находится делегации во главе с членом Великого государственного Урала, министром транспорта и развития господина Инхамырдан. И наша делегация, господин министр, прибыла в вашу прекрасную страну по приглашению министра транспорта Республики Беларусь, господин Авраменко. Последние вот эти два дня визита сделано было очень много, да, и я думаю, что он ставит начало нового развития наших отношений. Ну, если кратко, во время визита, то наш господин министр встречался с вашим министром транспорта, господином Авраменко, встречался с министром промышленности, господином Утюпиным, да, были переговоры. В составе нашей делегации также находится вице-мэр города Улан-Батор, господин Оттонсух, встречался с представителями Мингорисполкома, с заместителем Мингорисполкома, были подписаны, во время этого визита было подписано меморандум о сотрудничестве между министерствами транспорта и развития Монголии и Республики Беларусь. Были подписаны соглашения, тоже меморандум между нашими городами, да, Минском и Улан-Батором. Естественно, нам более всего интересно, какое место в этих переговорах занимает SkyWay. В планах есть внедрение разных видов транспорта, чтобы снимать загруженность города Улан-Батора. И мы очень рады нашей делегации, что посетила ваше предприятие. Мы видели вот технологии нового поколения, да, вот мы ездили в Юникар, да. И я думаю, в будущем, ну, при сотрудничестве, возможно, была бы использована вот ваше изобретение, да. Спасибо большое. Мы рады, что вам понравилась техника SkyWay и надеемся на плодотворное сотрудничество. Успехов вам на этом пути. Спасибо взаимно. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект и все гости из самых дальних стран и самые лучшие друзья всегда будут у вас дома, ну, по крайней мере, на экранах компьютеров. Строй SkyWay, спасай планету!